«Посмотри на этот мир». Ульяновцев приглашает принять участие в конкурсе фотографий. Три номинации, три возрастные категории, сразу три победителя. Вспышка. И, казалось бы, неуловимый момент остается в памяти фотоаппарата. То, что однажды было поймано на пленку, запечатлено навсегда. Она хранит память о мелочах даже тогда, когда о них забыли. Дарья Кузьмина уже третий год постигает основы фотографии. На этот раз в ее объективе на фоне архитектурного памятника застыл случайный прохожий. Главный герой этого сюжета – это мужчина с велосипедом шел через дорогу. Я этот момент запечатлела на камеру. Правильная постановка рук, фокус и все внимание на объекте. Под чутким руководством наставников неудачных снимков практически не бывает. Арт, натюрморт или портрет – номинации, в которых каждый может проявить себя. Фотоработы ждут в Центре детского творчества до 25 февраля. Мы приглашаем принять участие в данном конкурсе учащихся общеобразовательных школ. Итоги будут подведены 1 марта текущего года. Конкурс авторских фотографий уже объединил вокруг себя десятки учеников ульяновских школ. На снимках – случайные прохожие, близкие люди, объекты и те моменты, которые уже никогда не повторятся. Ирина Шмыгова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.